Выкопанные клумбы, разруха, грязь – все это связано с тем, что сейчас на территории городского поселения Видное активно ведется благоустройство дворовых территорий. К концу лета наши дворы станут красивые и ухоженные. 38 лет я живу здесь, ни разу не делали. Хорошо, что сделали, хорошо. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя замену дорожного покрытия, расширение парковочного пространства, реконструкцию тротуара, ремонт детских площадок, замена столбов освещения, установка информационных стендов, а также озеленение. Все это появится в тех дворах, в которых ремонт запланирован в этом году. Но, по мнению некоторых видновчан, при благоустройстве маленькая роль была отведена озеленению. Можно было бы сделать лучше, больше оставить зеленого газона. По вашему мнению, не хватает зелени? Да. Забрали много, лишнее. Я считаю, что это большие площади для такого количества машин. Но все-таки машин много и считают, что парковочное пространство необходимо расширять? Обязательно. Парковки нужны были, но можно немного как-то более корректнее сделать. Помимо всего прочего, по некоторым адресам, как, например, проспект Ленинского комсомола, дом 2, корпус 1, появятся и спортивные площадки. Здесь для этого уже отведена территория. Однако местные жители опасаются, что пользоваться новой спортивной площадкой они не смогут. На этом месте в периоды дождей и таяния снега постоянно скапливается вода. Когда, значит, составлялся план, то я делала это замечание. Мне сказали, что будет дренаж. Я дренажа пока не вижу. А так все остальное мне нравится. Будем надеяться, что все пожелания жителей будут учтены, и обновленный двор начнет соответствовать всем представлениям людей о комфортной жизни. Да и остальные 14 дворов Видного приобретут современный, ухоженный вид. Напомним, все работы планируются завершить к концу лета. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.